Сидят два друга за столом и говорят, о всем белом, все говорят. А в это время уже играет, берется музыка красивая такая. И первый друг бросает взгляд за стол соседей, подходит к даме одинокой, тихо шепчет: а вы так не переживайте, будет все у нас отлично, только не скучайте. Верьте, парень, я приличный, но лишь потанцуйте. Вы, пожалуйста, еще со мной. Не переживайте и не думайте о грустном, и не убирайте взгляд свой от меня, да горяй вашей красотою. Если честно, опьянён давно. Часы, минуты уже проходят, а друг второй с той дамой тоже глазки сводит. День зовет, а мысли в голове ему одни, что делать мне, она с другим. Как в жизни сложно, ведь так бывает, когда судьба жестокий выбор нам кидает. Но друг второй нас все равно не умевал, послал записку даме той и написал: а вы так не переживайте, будет все у нас отлично, только не скучайте. Верьте, парень, я приличный, но лишь потанцуйте. Вы, пожалуйста, еще со мной. Не переживайте и не думайте о грустном, и не убирайте взгляд свой от меня, да горестко вашей красотою. Если честно, обменен давно. Отлично, только не скучайте.